Здравствуйте, Арсений Селезнев. Значит, хочу рассказать за дорогу. Это в ту сторону Кани, в ту сторону Черкассы. Сделали примыкание к дороге. Это основное примыкание. Тут у нас поворот на Корсунь, Шевченковский. Просто Корсунь зовем. И хочу показать, какой асфальт. Это ложили уже. Или клали, или ложили. Скорее всего, клали. Зимой. Вот такое качество асфальта. Я бы сказал, он не сильно укатан. То есть он еще может вырываться. Выдергиваться. Сейчас покажу. Вот. Вот он так уложен. Это край. То есть если каток плохо проехал, если каток плохо проехал и плохо прижал, то в любом случае он начинает крошиться. Этот тип называется, по-моему, крупнозернистая, если я не ошибаюсь. Крупнозернистый асфальтобетон, ну что-то типа такого. И я видел такой, ну в принципе может лежать долго. Но у нас есть улица Менделеева в Черкассах. И там такой вот асфальт местами уже выкрошился. Довольно сильно. Вот еще покажу. То есть там, где он был плохо укатан, там, где получились какие-то ямки, и этот каток был плохо туда достал, именно в эту ямку. Он проехал по краю там или еще как-нибудь и плохо туда втрамбовал. Или утрамбовал. Вот примыкание тут к старому асфальту сделали. Скорее всего, отрезалось переход. Вот он так крошится. Ну, в любом случае, если машины будут ездить, он будет крошиться намного сильнее. Вот. Тут он упал. А вот тут, в этом месте, вот тоже такой рыхловатый. А вот в этом месте он вообще... Здесь был бордюр высотой где-то сантиметров 20. Вот бордюр. То есть тут подняли, в любом случае. Вот такой же бордюр был и там. Там и там. Там его вообще не стало, этого бордюра. Вот бордюрный камень. То есть не камень, а бетонный бордюр. То есть тут уложили довольно много. И спуск с дороги получился, ну, такой покатый, скажем так, равномерный. Вот здесь заканчивается это все дело, вся эта красота. И, возможно, в следующем году будет, вот, кстати, асфальт, который зимой отстал. Не знаю откуда, или отсюда, но в общем где-то он отстал. Автобус поворачивает. Это птицефабрики. Видно было. Ну, в общем, вот птицефабрики. Поехал. МКП. Вот такой, в общем, асфальт. Тут, вот тут он заканчивается, тот новый. И здесь уже старый. А дальше пошел тот, который был здесь уже много-много лет. Возможно, в следующем году будут ремонтировать в 19-м. Или, я имею в виду, сезон 19-го года. Он начнется где-то в мае. Или в конце апреля, может, в середине, неизвестно. А... Может быть, это оставит еще на следующий год, то есть в 20-м или 21-м году. Посмотрим, как все это будет происходить. Я не загадываю наперед. Трудно сказать вообще, что там происходит. Но пока так. Пока так. Начало положено, так скажем. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Это был рассказ об асфальтировании современным типом асфальта. Не мелкий асфальт, а он какой-то крупнощебневой. Ну, что-то типа такого названия.
Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!